Йоу, всем привет, друзья, и с вами Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами будем запускать старый Kinect. Да, он, конечно, немножко пыльный, потому что мы не запускали его целых 5 лет. Вы не представляете, сколько я провел с ним времени. Я играл, наверное, круглые сутки напролет, потому что эту технологию я ждал очень долго. Короче, давайте открывать эту штуковину. Вот так вот выглядит Kinect от Xbox 360-го. Вот он самый Kinect. У нас, конечно, он не очень чистенький. Он весь в пыли. Но так или иначе, он вроде как нормально сохранился и должен работать. Ну да, вроде должен работать. Давайте его подключать. Поставим на середину, чтобы он охватывал полностью комнату. Блин, столько много шнуров. Просто ужас. Самое главное сейчас нам включить Xbox 360. Я его, кстати, тоже очень давно не включал. Поэтому пробуем. Господи, ему уже нужно на покой, а мы его все теребим. Так. Kinect мы врубили. Ну что, включаем? Загудел. Вы слышите, как он гудит? Несмотря на это, он работает. Ебой, Xbox 360 у нас запустился. Кстати, Kinect у нас, он по сути тоже запускается. Сейчас нам будет инфракрасные лучи. Блин, реально здорово. Заработает или не заработает? Заработал, смотрите. Там вот красный огонек, который вот будет читать движение. Все, он заработал. Прикиньте, Kinect заработал спустя 5 лет. Это вообще жесть. Мы его много раз перевозили, мы много раз его роняли и... Ну-ка, давайте попробуем его как-нибудь. О, май год! Я не знаю... Да, он полностью работает. Офигеть, несмотря на столько времени, он работает. И работает он нормально. Это, конечно, не та технология, которая используется на Xbox One, но все равно это прикольно. Кстати, мой второй Kinect, именно от Xbox One, он у меня, по сути, сломался. У него перегорел задний вентилятор, и он перезагружается. А вот этот, от Xbox 360, несмотря на то, что, блин, он провалялся 5 лет, столько раз его перевозили, роняли и так далее, он жил и живет до сих пор. Качество. Так, давайте попробуем сунуть сначала хотя бы стандартную версию, стандартную вот эту игрушку. Adventure. Знаете, спустя столько лет работы, мне кажется, что лоток не откроется. Он не открывается. Что делать? Поиграли. Закачу лок. Мастер открываешь. Так, чекаем, запускаем. Kinect работает, и давайте немножко поиграем. Next level.
я могу сказать по этой штуковине. Эта штуковина одна из класснейших аксессуаров от Xbox 360. Сказать честно, Kinect от Xbox 360 работает не так гладко. Когда ты играешь, ты чувствуешь какую-то некую задержку, и тебе нужно все действия делать наперед. Но так или иначе, это все равно довольно весело и прикольно. Очень классные игры на нем делали раньше, в одну из них мы поиграли. Реально прикольно, реально здорово, особенно когда у тебя есть большая компания, которую нужно развлечь. В общем, у кого есть Xbox 360 и кто хочет поностальгировать, обязательно запустите эту штуку. Она реально веселая, очень прикольная и очень любимая. А я? Ты нет. В общем, ребят, большое спасибо вам за просмотр. Обязательно поставьте лайк, если вам понравился видеоролик. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И напишите что-нибудь в комментариях. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.